Современный стиль и образ жизни обычного человека не всегда позволяет ему жить на вольную ногу и заниматься любимыми делами. Работа, оплата по счетам, суета городской жизни теснят свободное время и не позволяют вздохнуть полной грудью, насладиться очарованием природы и погрузиться в умиротворение и покой бесконечно красивых пейзажей, созданных самой Матушкой Землей. И эта жертва порой оправдана. Ведь семья – это святыня, которую мы обязаны хранить и оберегать, невзирая на жертв. По этой причине современный мужчина возложил на алтарь суете все свои мужские занятия. Мужчина больше не пропадает в лесах в поисках пропитания, не делается рыбаком, чтобы прокормить свою семью, не воюет, чтобы защитить своих близких. Сегодня все эти занятия превратились в хобби, но свободного времени все меньше, и с каждым днем заниматься любимым делом не так уж много времени. В этой проблеме нам могут помочь компьютерные игры. Они позволяют нам на какое-то время окунуться в мир мужчин, в мир страстей, побед, достижений и несметных богатств. Вот вам 10 причин играть в онлайновый симулятор для ПК и мобильных устройств «Русскую рыбалку 3». Пожалуй, начнем с того, что «Русская рыбалка 3» разрабатывается и выпускается нашими ребятами в нашей стране. Может быть, для широкой русской души это ничего и не значит, но давайте посмотрим на страну, которая уже более 10 лет является колыбелью киберспорта, на Южную Корею. Воспитание и ментальность корейцев не позволяет им жить обособленно, и они с раннего детства понимают, что живут единой страной, едиными целями, единой душой. И любое дело, будь то маленький магазинчик за углом или мегапроект ММО-игры Лига Легенд, корейцы поддержат его как личное дело, как национальное достояние. Всеми силами будут способствовать его развитию и продвижению. Именно поэтому национальная связь с игрой «Русская рыбалка 3» стала 10-й причиной, по которой вы должны поддержать проект. 9-я причина – это общение. «Русская рыбалка 3» – это платный проект, и в игре вас встретят не малолетние ребятишки, но взрослые и адекватные люди как мужского, так и женского пола. Именно из-за отсутствия возрастного контингента до 18 лет в игре вам всегда помогут и подскажут, что и как происходит в этом замечательном симуляторе рыбалки. Командная работа – это 8-я причина нашего списка. Вот уже как 3 года я ловлю рыбу не только в игровом симуляторе «Русской рыбалки 3», но и на реальных водоемах России. Но почти 90% всех моих знаний о настоящей рыбалке я почерпнул именно в этой игре. Разновидности рыб, водоемы России и всего остального мира, прикормы, наживки и многое другое вы узнаете с первых же минут, проведенных в игре. Турниры – это неотъемлемая часть «Русской рыбалки 3», да и просто «Русской рыбалки». Мы любим соревноваться, и создатели игры уделили соревнованиям особое внимание. Турниры проходят ежедневно и даже по договоренности на форуме сайта на самые различные темы. На сайте игры вы всегда увидите счастливых обладателей призов прошедших турниров и еще 100 лучших участников конкретного турнира. Есть как персональный зачет, так и командный. И поверьте мне, если вам удастся победить хотя бы раз, то радости от победы в игровом симуляторе будет не меньше, чем от победы на настоящем турнире. Нельзя забывать и того, что игра является ролевой, и у вас есть несколько путей развития. Вы можете стать спиннингистом, поплавочником или доночником. В игре огромное количество квестов, и некоторые из них пройти будет весьма и весьма трудно. Вот и настало время 3 самых весомых аргументов, почему вам стоит играть в «Русскую рыбалку 3». Итак, начнем. В любой момент игры вы будете созерцать неописуемые красоты нашей планеты. Да, путешествия и пейзажи – это то, что дает особый колорит «Русской рыбалке 3». Вся карта мира лежит перед вами, и вы можете в любую секунду отправиться как на льды Гренландии, так и на берега Амура и Волги. Вас ограничит лишь ваше желание, а способы достичь желаемого, я уверен, вы найдете. Итак, 3-я причина и красоты всей планеты у вас на ладони. 2-е место. Мы уже упоминали о том, что игра имеет элементы РПГ. Также в игре присутствует такой любимый и желанный всеми – крафтинг. Крафтинга в игре настолько много, что можно смело зарабатывать только на нем и вовсе не утруждать себя рыбалкой. Кстати, это один из путей развития в игре. Но не все сразу. Многое я оставлю нераскрытым. Ведь «Русская рыбалка 3» — это весьма большой проект, и мне кажется, что за год постоянной игры вы так и не откроете всех тайн и секретов. Ну вот и та самая причина, по которой я остаюсь в игре и по сей день. «Русская рыбалка 3» — это не только симулятор рыбалки, но и своеобразный симулятор рыночных отношений. Это полноценная торгово-экономическая игра с интересно построенной внутренней социальной зависимостью. Баланс игры уверенно прочертил линию между олигархами и рабочим классом, торговцами и крафтерами. Тут буквально все продается и все покупается, все имеет свою цену, которую регулируют сами игроки. И, конечно же, не обошлось тут и без мошенников, которых яростно отлавливает администрация проекта. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что «Русская рыбалка 3» — это один из лучших проектов, когда-либо созданных на территории бывшего СССР, а может и во всем мире. Настоятельно рекомендую вам попробовать поиграть в эту замечательную игру как с друзьями, так и в гордом одиночестве темными зимними вечерами.
Это были 10 причин, по которым вы просто обязаны хотя бы раз поиграть в онлайн-симулятор для ПК и мобильных устройств «Русскую рыбалку 3».